Это мой ринг, ублюдки! А вы как думали? А? Это мой ринг! Кто ты? Преследуешь меня? Нет. Мне надо с тобой поговорить. О чем? Я работаю. Пожалуйста, прости. Я проделал большой путь ради этого разговора. Эй! Что ты такое делаешь? Иди работай. Пройдем-ка со мной. Я просто хотел с ней поговорить. Пошли. Побеседуем на улице. Не ту бабу ты себе выбрал. Иди домой. Мне нужна пара минут. Она принадлежит боссу. Вали отсюда. Во сколько она заканчивает работать? Ты что, оглох? Наваляйте этому козлу! Браво! Браво! Отличное шоу ты тут устроил. Меня зовут Зура, а это мой клуб. Предлагаю работать на меня, на моем ринге. Мне это не интересно. Я не для этого приехал. А зачем тогда? Ради девушки-официантки. Мне нужно ей кое-что сказать. Альма! Что бы ты ни хотел ей сообщить, можешь сказать мне. Я обязательно ей передам. Нет, я сам ей скажу. К ней никому нельзя подходить без моего разрешения. Она моя, и это мой город. Еще раз попытаешься с ней заговорить, я тебя уничтожу. А теперь вали нахрен с глаз моих. Ну уже. Приглядите за ним.